УГИБДД по Тверской области обеспокоена повышением аварий с участием пешеходов. С началом осени под колеса попало больше людей, чем за все 8 месяцев этого года. В чем причина увеличения ДТП? Об этом рассказал начальник регионального управления Денис Черных на встрече с журналистами. 360 наездов на пешеходов произошло за эти 10 месяцев. Из них больше 100 лишь в ноябре. Причина резкого увеличения аварий – это погодные условия и собственная небрежность людей. Темнеет рано, освещение включается поздно, пешеходов у нас не видно, ходят в темной одежде. Я вот, например, по себе, да, живу за городом, и у меня волосы дыбом встают, да, когда у нас по загородным дорогам пешеходы идут там в сторону работы. Самые опасные точки в Твери традиционно пересечение проспекта Победы с улицей Швейников, а также улица Софьи Перовской и проспекты Ленина и 50 лет Октября. Одним из самых опасных участков в области инспекторы ГИБДД считают дорогу в Рамешках. В выходные дни в поселке Рамешки был сбит пешеход, машина с места уехала. В течение суток машину и водителя установили, водитель дал признательные показания. А пешеход находился в состоянии опьянения, водитель находился в состоянии опьянения. Не прошло и двух дней, как вчера, в том же самом поселке Рамешки, грузовой автомобиль наехал на пешехода. Можно с уверенностью сказать о том, что пешеход также находился в состоянии опьянения, вышел из так называемой рюмочной и через несколько десятков метров, передвигаясь по поселку Рамешки, попал под колеса грузовика, а также погиб. Водителям важно быть предельно внимательными на дорогах, а в частности на перекрестках. При подъездах к пешеходным переходам водитель должен замедлить движение, если в соседнем ряду машина также остановилась. При этом и к пешеходам предостережение не меньше. Пешеходы невнимательны, одеваются без учета погодных условий, то есть это темная одежда, это неосвещенные участки, допускают такие нарушения, как передвижение в пешем порядке на вне населенных пунктов, не имея на одежде светоотражающих элементов. Все это, понятно, в разы увеличивает возможность попасть в неприятную ситуацию в виде дорожно-транспортного происшествия. Со своей стороны управление ГИБДД совместно с администрациями Твери и районов области ведут профилактические работы. В частности, по установке ограждений на оживленных участках дорог. К примеру, в Твери эти работы будут завершены до конца года на проспекте Победы, улицах Орджоникидзе и Туполева, а также на набережной Афанасия Никитина. Всего установят 5000 метров ограждений.